Это город Сафоново, улица Энгельса, 21. И город Ярцево, улица Интернациональная, 185В. На сегодняшний день все вопросы решаются в соответствии с разработанными дорожными картами и планами, которые были сделаны по поручению Алексея Владимировича. Я сейчас остановлюсь вкратце на каждом, доведу вам информацию, что и как реализовывается на сегодняшний день. Город Гагарин, улица Новая. Вы, наверное, помните, что были разработаны мероприятия, совместно была создана комиссия, рабочая группа администрации Смоленской области и представителями администрации района. Мероприятия на сегодняшний день все выполнены в полном объеме. Дополнительно к тем мероприятиям, которые были запланированы, были и сейчас выполняются работы по монтажу тамбуров в подъездах. Также были сделаны полы на втором этаже. Дополнительная работа, еще раз говорю, это не было запланировано. Был установлен остановочный пункт для общественного транспорта. Смонтирован лестничный подъем, для того, чтобы люди могли добраться до этого остановочного пункта. Сегодня принято решение Алексеем Владимировичем и выделяются деньги из резервного фонда для строительства линии наружного освещения на улице, которая непосредственно подходит к этому дому. Останется выполнить только работы по кровле и фасаду, но их мы будем выполнять, когда позволят погодные условия. Это где-то май-июнь 2015 года. Что касается улицы Энгельса, 21, в Сафоново. Там сейчас дело в суде. Судебное заседание назначено на 20 марта 2015 года. И я думаю, что это судебное заседание в конце концов поставит точку во взаимоотношениях администрации муниципального образования Сафоновский район и жителей этого дома. Вы нашу позицию знаете, что мы считаем, что дом технически исправен, и люди могут там жить, находиться на сегодняшний день после тех мероприятий, которые мы в том числе и выполнили. Ярцево, Интернациональная, 185В. На сегодняшний день 7 квартир мы отремонтировали. В 8 квартирах продолжается ремонт. Утеплена стена внешняя, которая граничит со старым зданием. Утеплена кровля. Выполнен ремонт вентиляции. Сейчас заканчивают работы по ремонту мест общего пользования, то есть коридоров. Работы будут закончены в соответствии с графиком где-то 30 марта 2015 года, насколько я помню. Что касается гидроизоляции фундамента и дренажа, эти работы, соответственно, будут тоже выполнены в сезон май-июнь 2015 года. То есть тоже, соответственно, все идет по плану.